Продолжаем выпуск. В Петропавловске прошла 41-я сессия областного маслихата 5-го созыва. Народные избранники рассмотрели два вопроса. Депутаты утвердили положение о ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области и проголосовали за уточнение областного бюджета на текущий год. Администраторы региональных бюджетных программ предложили перераспределить ранее утвержденные ассигнования по отдельным проектам. В условиях кризиса решено поддержать агропромышленный комплекс. Почти 3 миллиарда тенге, которые предназначались на субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, будут направлены на удешевление гербицидов, биоагентов и биопрепаратов, а также на развитие племенного животноводства. Увеличат и объем средств, направленных на борьбу с весенним паводком. В 2016 году по нашей области высота снежного покрова ожидается выше средних показателей. Необходимо проведение космического мониторинга и взрывных работ, мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба. В связи с чем территориальному органу, уполномоченному в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера гражданской обороны, требуются дополнительные средства в сумме 11,6 миллионов тенге. Кроме того, на основании ходатайства администратора бюджетных программ, Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области и Управления индустриально-инновационного развития области предлагается выделить 286,5 миллионов тенге, в том числе на приобретение квартир города Петропавловска в виде целевых трансфертов 276 миллионов тенге, на разработку инвестиционной стратегии Северо-Казахстанской области и создание специализированного интерактивный интернет-портал об инвестиционной деятельности Северо-Казахстанской области 10 миллионов тенге. На начало строительства разводящей сети тепломагистрали в селе Ауле Бескур-Хылжарского района 500 тысяч тенге. Указанные расходы предлагается произвести за счет уменьшения ассигнований.